Всем добрый день! Сегодня у нас очередная распаковка. На этот раз связана с одним устройством, которое было на моем канале, а именно машинка для стрижки волос Philips симметричной серии, которая располагается сейчас справа. И для данной машинки, несмотря на то, что есть чехольчик в комплекте ее, но внутреннее пространство сделано так, что неудовлетворительно в использовании данного чехла. Он не удовлетворяет тем требованиям по хранению переноски. Ну, по хранению еще может быть, но когда его достаешь, там постоянно все выпадает, ну и тем самым создает некоторые неудобства. Но в данном случае есть вариант, который был найден на AliExpress. В данном случае это чехол тоже для соответствующей машинки для компании Philips, но для триммера, тоже симметричной там серии. Но в описании увидите, для каких триммеров предназначен этот чехол, что туда можно положить, ну и соответственно в последующем хранить и переносить. Все это пришло достаточно быстро, в течение где-то 3 недель, как обычно, срок. Ну, помимо того, что снаружи была пупырка, был еще и черный пакетик. Как правило, туда и укладываются эти все чехлы твердые, водоотталкивающие. Ну и давайте смотреть, что пришло, заодно и посмотрим. Возвращайте часть денег за покупки в AliExpress с кэшбэк-сервисом Letyshops. Это реальные деньги, которые можно вывести на банковскую карту или пополнить баланс телефона. Будьте в тренде. Покупайте с кэшбэком от Letyshops. Ссылка в описании. Что из себя представляет внутреннее пространство? Вот пришло в таком варианте. Обычно есть прозрачная клеенка, от которой избавимся. Дальше здесь есть ручка для того, чтобы переносить, куда вам необходимо это сделать без особых проблем. И также есть, кстати, стандартная уже цветовая гамма, которую мы уже видели в другом случае чехла, а именно конкретно чехла для триммера, который тоже есть на моем канале, ну и все желающие могут посмотреть. Два замка, здесь нет никаких опознавательных знаков, какому Луи-Виттону принадлежит. Ну вот такой чехол. Здесь, как и в предыдущем варианте для триммера, мягкая фланелевая прокладка, в которую укладывается. И также есть вот карман, тоже внутри фланелевая прокладка и соответствующий замок. Ну, стандартные уже материалы EVA для того, чтобы противодействовать наружным осадкам, то есть водостойкий. Ну, если вы воду, конечно, положите на неопределенное время, он, конечно, промокнет. Но так от дождя спасти сможет. И вот такое вот внутреннее пространство. Достаточно эргономично все сделано. И под соответствующие элементы триммера, ну а в нашем случае элементы машинки для стрижки волос. Так, давайте сейчас посмотрим, что из себя представляет чехол. Почему я его заменил, имеется в виду фирменный чехол Philips. Как там осуществляется укладка и какие проблемы возникают. И в следующем варианте мы посмотрим и сложим в этот новый чехол те элементы, которые присутствуют в комплектации машинки для стрижки волос. И давайте приступать. Ну и так, давайте рассмотрим чехол исходный. То есть вот в таком он виде, я уже это демонстрировал. Так, вот вы его открываете. И если вот так будете открывать, он постоянно у вас будет выпадывать. Есть, конечно, вариант запихать все вот сюда, в это пространство. Что я сейчас попытаюсь сделать. Ну что, как видите, тоже доставляет определенные неудобства. И в таком случае вот так вот, если машинку положить, то еще вроде как более-менее. Но опять вот при вскрытии у вас получается вот такой вариант. Но данный вариант неудобен. Надо вот это все доставать. Вон у вас выпадает щетка. В случае можете потерять. Ну и так далее. И давайте сейчас посмотрим, как это все умещается в новом чехле из старого чехла. То есть это машинка. Давайте приступаем. И давайте теперь берем новый чехол и попытаемся уложить сюда машинку. Thank you.
Итак, я вам продемонстрировал чехол для укладки элементов триммера Philips. В нашем случае мы использовали для машинки для стрижки волос Philips с элементами, которые достаточно хорошо все сюда умещаются, переносятся, хранятся, никаких неудобств не доставляют. Тем самым у вас всегда машинка находится надежно в чехле. Ну и плюс то, что осуществляется транспортировка до мест использования. Ну и также при открытии все у вас находится на своих местах, где вы можете увидеть, достать и произвести те или иные действия. Каждый делает свой осознанный выбор. Я свой осознанный выбор сделал. Информацию о чехле предоставил вашему вниманию. Выбор только за вами. Всем спасибо за внимание. Кому это было полезно, всем удачных покупок, распаковок. До следующего видео и до свидания.